Русский репортаж представляет. Хочу подарить Агнесу. Нет. Где же твой загородный дом? На острове. Ни телефона, ни соседей, так и оглушь. Добро пожаловать. Пьем до дна. До дна. Кто это был? Ему написал некто по имени Рингхольм о том, что моя мать была его матерью. Почему она не рассказала мне? Как можно бросить своего ребенка и ни разу не упомянуть о нем? Ты что, похититель? Обычно нет. Если хочешь его убить, обратись к наемному убийце. Я знаю одного, его называют китайцем. Китайцам должно быть холодно у нас. Я датчанин. У меня очень тяжелая работа и ответственная. Ты обыкновенный преступник, Оли. Сначала ты королева сцены, а потом ты вдруг перестаешь верить в свой талант. Как будто не догадываешься, насколько ты хороша.